Добрый день, мои дорогие подписчики. Вот я хотела, пока у нас солнышко ушло, чтобы было видно, заснять вам, как выглядят сейчас мои розы, как они начинают распускаться, пока еще только все в процессе. Ну, такие небольшой обзор, прогулка, пока без названия сортов, сейчас они распустятся, я более подробно расскажу. А сейчас я хотела пока просто показать эту переделанную клумбу, там на моем канале есть, как она выглядела до этого, как я ее в этом году переделала. Вот так вот начинают распускаться две мои монстрилы. Это принцесса Маргарет и Фламентан. Там наверху в арке я сейчас покажу, как она выглядит. Это как раз Фламентан и принцесса Маргарет на арке. Так вот они по соседству. Начинают расцветать оставшиеся розы. Покажу, как вид идет. То есть это такая комната из роз. Я вот здесь вот сажусь и вот так вот наблюдаю вот эту вот красоту. Разных ракурсов. Здесь вот как бы никуда такая дорожка вниз на второй ярус нашего участка. И вот так вот это выглядит. Здесь сейчас тоже цветут розы. В этом году, конечно, позже цветение. Здесь вот штамп тоже распустился, Chip and Dale. Здесь вот розочка зацветает на арке. Здесь вот у меня в продолжении будут здесь все розы, которые я посадила в этом году. Но пока вот они еще только наращивают свою массу. Да, розы сейчас еще пока в полураспуске, то есть только начинает свое цветение. Единственное, вот здесь на переднем плане внизу Дарси Бассел, самая первая роза, которая расцвела и уже практически отцветает. То есть есть еще новые бутоны, доработка. Вот здесь Тесс сейчас распускается. Здесь пока в процессе. Здесь вот штамп распускается. Сейчас другие еще многолетники, то есть в компании. С той стороны сейчас тоже сниму, розочки распускаются. Ну вот пока такой красотой я с вами делюсь.